Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ в компании Avon по каталогу номер 10. 10-й каталог выглядел вот так позитивно, очень красивый, яркий, солнечный, летний. Этот заказ был не очень, наверное, интересный, потому что в основном рулили гели для душа. Давайте сразу начну показывать. Начну не с гели, а покажу два вот таких шампуня. Они 700 мл. Это два в одном, шампунь-ополаскиватель, абсолютная сила. Очень-очень вкусно пахнет абрикосом, в него входят абрикосы, масло ши. Девушка, которая заказала, очень говорит, люблю, нравится, голова не чешется. И у нее бывает, что от каких-то шампуней перхоть появляется, от этого все замечательно. Ну вот настолько понравился, что решила себе вот такие запасы большие сделать. Дальше давайте гели для душа. В этот раз рулили гели для душа мужские. Такое у меня впервые. Девушка вот решила всем своим мужчинам сразу закупиться, чтобы было. Первый 500 мл, сила притяжения, 2 в 1 для мужчин. С дезодорирующим эффектом. Кстати, вот этот вот гель, он очень классный, хороший. Ну, вообще, мужские ароматы я даже описывать не буду, потому что мне они кажутся очень похожими. Ну, единственное, что там чуть морское, чуть древесное, чуть там терпкое, как-то вот так. Мята и морская свежесть, энергия океана. Приятный тоже аромат. Ну, чисто вот они мужские. И чем мне не нравится, они идут как шампунь-гель и эффект дезодорирующий. Дальше поменьше ростиком. Вот такой гель для душа. Также два в одном, все то же самое, только входит грейпфрут и кедр. Также шампунь, гель для душа, также два в одном. Ароматы также приятные. Я не буду сильно заострять, я больше так вот покажу. Сила притяжения повторяется, но уже в маленьком формате. Энергия океана тоже повторяется в маленьком формате, 250 мл. Волнующее чувство. Так, теплая амбра и черный перец. Все то же самое, два в одном. Давайте вот этот аромат я вспомню. Вот тут, да, ну, амбра, перец, ну, мужское, по-другому я даже не знаю, как и описать. Так оно и есть. И две новинки. Это летняя коллекция. Я так понимаю, что раз летняя, значит лимитированная. Бразильский водопад. Лимон входит, черная смородина и имбирь. Сначала думала, что будет какой-то оригинальный аромат, но нет, все равно вот похож на стандартные мужские ароматы. Ну, приятные. В любом случае, мужчинам такие ароматы очень нравятся. Вот мужеством пахнет мужчиной. Замечательно. Но гели у меня не закончились. Давайте теперь женские поехали. Романтичный райский сад, гель для душа увлажняющий. Хороший гель на лето, самое то. Взяла моя сестренка. И два она еще взяла геля. Они уже кремовые. Она очень любит кремовые. Не любит пользоваться кремами для тела. Ей больше нравятся вот кремовые текстуры. И тогда не сушит кожу. И хорошо они пенятся, хорошо смываются. Ну, в общем, замечательно. Моменты безмятежности мне по аромату нравятся больше. Восточная орхидея и малина. Гармония небесная мне тоже нравится. Хотя тут и заявлен ландыш с яблоком. Но вот моменты безмятежности мне как-то вот вроде бы побольше нравятся. Я чувствую тут и ландыш, и яблоко, но больше яблоко. Дальше. По волосам еще был вот такой в заказе абсолютная сила. Также бальзам спрей для волос. Ну, также это абрикосы, масло ши, как вот шампуни. Хотя заказывала другая девушка. Очень нравится это средство. Если не пользовались, попробуйте. Помогает распутывать волосы. Приятный аромат потом от волос. Ну, единственное, если волосы там убиты и их ничем уже не расчесать, то, может быть, он будет слабоват. Но в целом это хорошее средство. По волосам еще
Вот такая маска. У меня эта маска сейчас вообще в каждом заказе фигурирует, потому что девушки, которые покупают, рассказывают своим знакомым, что это супер маска, она экономичная, хотя в ней 150 мл. Она действительно очень экономная, хватает надолго, и волосы после нее прямо живые, послушные, такие мягкие, нежные. Ну вот, знаете, как девочки бывают, что тянется рука волосы так вот пошевелить, покрутить на пальчик. Вот после этой маски такое вот ощущение, что хочется руками трогать волосы. Очень хорошая маска, и у меня как бы вот оно, как сарафанное радио, идет дальше, что она классная, и покупают все новые и новые люди. Еще одна маска, которая тоже неплохая, но она чуть-чуть послабее вот этой, ну, по-моему, на мое восприятие, или для моих волос, чуть послабее. Но вот девушка тоже ее заказывает вновь и вновь, 125 уже миллилитров. По цене она идет подешевле. Это уже серия Naturals, это Advan Technics была, это Naturals. Гранат и масло камелии, эта маска, она вообще больше для как бы окрашенных волос, потому что как бы сохраняет цвет и дает увлажнение. Хорошая маска. А вот эта маска, кстати, была питательная, первая. Так, что у нас? А, волосы еще не все. У нас, видите, гели и шампунь. У меня вообще ощущение такое, что я не обзор показываю, а свои запасы. Так увлеклась. Вот такая, это не маска, это бальзам. Бальзам уход для волос, природная мягкость, авокадо и миндаль. Он несмываемый идет. Лично мне самой такое не очень нравится кондиционер. Вы знаете, вот у меня есть кондиционер от Avon, Advan Technics. Вот в таком вот формате, вот в такой вот штучке. И с дозатором. И он выдает какую-то, ну, дозу кондиционера жидкого, который тоже не смываемый, и распределяется по волосам хорошо. В этой же банке, что неудобно, нужно брать самой, распределять по волосам, не смывать, и нужно следить, чтобы вы количество не переборщили, иначе будет лишнее. Ну, мне как-то вот не очень. А женщина у меня берет уже не первый раз, то есть она говорит, мне надолго-надолго хватает, прямо по чуть-чуть совсем, и хорошо, а я его как-то особо не чувствую. Как-то я его ругала, девочки в комментариях некоторые похвалили, говорят, а нам нравится, поэтому это все на любителя. И еще одно средство для волос, тоже от Naturals. Интенсивный уход, маска для волос, ромашка и алоэ. Вот давайте мы ее посмотрим, потому что женщина, моя подруга, которая заказала, она будет ей сразу пользоваться. Вот так выглядит маска. Она, ну если кувыркнуть, то она плюхнется, конечно, куличиком. Ну, приятный аромат такой, ну да, ромашка, есть ромашки аромат. 120 миллилитров, вот в этой несмываемой 200. Волосы у меня закончились, что ли? Удивительно, но вроде да, зато тело еще не закончилось. Было хорошее предложение, я вам сейчас даже покажу. В фокусе по... К 10 каталогу в фокусе было сейчас вот. Видите, для представителей, что можно по одному средству взять любого скрабика по 89 рублей. У меня, мне самой было не надо, а клиентка говорит, давай мне вот этот шоколадный. Ну, что мы и сделали. В общем, давай на. Заказала, очень приятный аромат. Это если кому-то нужно конкретное скрабирование, не проскрабирует, конечно. Ну, в любом случае, если вы пользуетесь гелем, то тут получается как бы гель с небольшим скрабирующим эффектом. Аромат бесподобный. Очень-очень вкусный. Действительно, шоколадный, молочного шоколада аромат. Дальше. Крем для рук. Недавняя новинка в Avon, шиповник. Крем для рук, ногтей и кутикулы. Это хорошо. Масло шиповника входит, витамин С. Тонизирующий, питательный для нормальной сухой кожи. Я не покупала, не пробовала. Яркого аромата шиповника я в нем не почувствовала. Так слабенький такой аромат кремовый. Не знаю, может быть, кто не любит шиповник, он и почувствует, что там шиповником пахнет. Я особо что-то вот не впечатлилась, что вот там вот сильно. Я хотела бы, чтобы пахло вот как раз шиповником, но нет. И вообще нарисован шиповник-то больше ягоды, да, получается, не цветочки. Дальше. Это я вам еще свое вообще не показывала. Это пока все клиентское показываю.
Подруга у меня, в прошлый раз я брала себе, вот тут даже, смотрите, с вмятинкой. О, как. Подруга у меня себе взяла вот такой спрей, это новинка, бразильский. Что там бразильское-то? В общем, как-то называется бразильское что-то. Что-то бразильское. Приятный аромат такой, солнечный, яркий, взрывной такой. Не знаю, цитрусы в него, мне кажется, входят. Приятный. А что в него входит-то? Я уж не помню, что в него входит, но мне понравился. И подруга понюхала, потестировала, послушала у меня аромат, который я брала себе. И говорит, мне тоже заказывай, вкусный. Понравился. Нет, так быстро хотела, пока вас забалтываю, найти, что я продолжаю делать. Хотела прочитать. А, вот, нашла. Не зря болтала. Так, называется... Название тоже тут нет, так вот. Бразиль. Питая, ягода асаи и тиковое дерево. Вот что входит в него. Вот. Приятный аромат. На лето хороший спрей. Я уже им пользуюсь. На жару подходит такой. Для дома нормально тоже дома. Пока сижу, ветер с открытого окна так развивает этот аромат. Очень приятно чувствовать его на себе. Далее. Тороплюсь, только прибежала. Хочу быстренько показать, чтобы не задерживаться. А то меня ждут уже... Ждут каталог уже, девочки. У меня женщина, незнакомая для меня, заказала 2 инкандесенса. К сожалению, коробки пришли очень мягкие, мятые. Я боюсь, что она заказала 2. Ну, обычно человек, когда заказывает 2, это значит, что один, ну, на подарок, как правило. Вот хорошо, если она заказывает себе, потому что на подарок это неприятно. Они обе вот такие вот, ну вот. Действительно, не подарочные. И они были не зафольгированы. Покажу, как выглядит, хотя это уже далеко не новинка. Ну, пульверизатор не так давно новинкой стал, вот такой вот интересный. Но аромат уже не новинка. Приятный, яркий такой, вот я его тоже солнечным бы назвала аромат. Даже вот по цвету видно, что он такой солнечный, красивый. Сама водичка. Такая привлекательная. И яркий, цветочный, приятный аромат. Но на жару для меня бы не подошел. Конечно, он насыщенный для жары. А в целом, даже на теплую весну и на теплую осень уже подходит и на всю зиму подходит. Также у меня был инкандесенс. Вот 30 мл. Тоже подружка уже заказала. Так, сейчас вам покажу, как он выглядит. Сюда его повыше. Выглядит уже 30 миллилитров вот так. Но тоже очень красиво и привлекательно. Вот, кстати, благодаря подружке я сейчас потестировала, вспомнила аромат. У меня он есть, но в спрее. Мне не так давно дарили. Приятный вот, приятный аромат, действительно, на осень, на весну. Я спреем сейчас пользуюсь. Он более легче звучит и раскрывается. Мне Лена Никандрова дарила. Спасибо тебе, Леночка, потому что до этого у меня инкандесенса не было. Вот. Дальше. Дальше покажу в каталоге предлагались пудры. Пудра румяна. Ну или румяна-шарики. Вот так как-то они называются. Я их сейчас покажу на страничке. Они были выгодные для консультантов, которые продают. Вот 399, и видно, тут еще одна из них новиночка была. Вот. И для консультантов в фокусе, опять в фокусе, было вот такое предложение, что закажи больше 2, и 40% будет скидки. Воспользовалась моя близкая подружка. Она заказала 2, чтобы было 40% скидки. Сейчас я вам покажу, какие заказала она. Первый. Так. Вот такая розовая бронза. Сейчас откроем. Вот так они выглядят.
Действительно, много розового такого, сияющего. Привлекательные. Я сейчас оба открою и покажу, чтобы их сравнить между собой. Так, второй оттенок идет. Так, коралловый, да? Что-то там коралловое. Сейчас тоже откроем и посмотрим. Подружка сказала, все, открывай, показывай. Она наверняка тоже смотрит. Какая чумазая. Так что, Ларис, привет тебе. Вот такая вот уже коралловая. Коралловый цвет. Ну и давайте вместе их посмотрим, какая разница. Ну, действительно, вот это вот более бронзовое, что у меня в правой руке. В левой более розовое. И в левой более сияющее. Видно, что там светящегося много. Так, ну сейчас, Ларис, мы уже потрогаем твои шарики. Потестируем. Так, вот, видите, один. И сейчас покажу цвет второй. Вот, смотрите. Видно, что вот этот более светящийся. Летом будет красиво. А второй более бронзовый. Тоже как румяна пойдет. Красивые, мне понравились. Обе понравились. Так что, Ларис, тебе тоже все это дело понравится. Так, сейчас я закрою, чтобы было аккуратно. Так, первые. И сейчас закроем вторые. Чтобы как было. Товарный вид вернем. Так, вот такие вот румяна. Симпатичные. Дальше. Сюда их. Дальше было колечко. Колечко называлось Аланис. Или Аланис, не знаю. В коробочке. Заказывала его себе моя мама. Она у меня обожает колечки. Вот так оно выглядит. Очень красиво. Единственное, оно мне, конечно, очень велико. Она брала большой размер. Я вам вот так покажу. Ну, красивая. Действительно красивая. Прям сказала в восторге. Еще, говорит, я два не взяла, потому что это колечко мелькает уже только в распродажах. И скоро выйдет из каталога. Есть еще серьги к нему и есть кулон к нему. Но серьги большого размера. То есть камушки, прям вот эти вот само украшение, но такое массивненькое. Поэтому обращайте внимание на сантиметры. Красивое колечко. Но, в общем, мама осталась в восторге. И говорит, жалко, что не взяла на запас, потому что через какое-то время оно все равно, вот сама вот эта вот позолота, немножко сходит и хочется обновлять. Вот. Если хотите, я могу, наверное, по-быстрому показать этот наборчик весь сейчас. Это я... Нет, по-быстрому я, наверное, не покажу, ладно. Уже, наверное, когда листать буду, только покажу. Ну, ладно. Потом. Дальше, давайте теперь уже покажу, наконец-то, что я заказала себе. Заказала я себе, если честно, немного. А нет, вот, нашла. Колечко, набор нашла. Вот он. Видите, да, и кулончик, и серьги, и кольцо. Кольцо 199 рублей, но остались 16, 16,5 один размер, и второй размер 17,5, 18. Вот такой. А серьги у них 5,5 почти сантиметров длина и 3 сантиметра ширина. То есть серьги большие. Вот. Подвеска 4,5 на 3 сантиметра. Серьги даже еще длиннее. Вот. Показал. Надеюсь, я никого не задерживаю. Ну, мы сюда и пришли поболтать о товаре. Я себе заказала еще, только начала показывать, персив Оазис. Девочки так хвалили этот персив, что я не могла удержаться и заказала себе этот кристаллик. Вот так вот он смотрится. Вот персив шел уже в слюде, по-нормальному упакованный.
красиво упакованный. Это хорошо. Понравился, действительно, очень понравился. Спасибо, девчонки, все, кто мне советовали его. Такая розовая, чувствую, ну, водичка. У меня персив есть стандартный голубой, но мне, ну, сильно не впечатляет. Зеленый есть, который мне нравится, свежесть такая приятная. И очень понравился вот этот оазис. Вы знаете, я бы его в одну линейку поставила с Incandescence, но Incandescence более насыщенный, а этот более нежный. Вот как-то так бы я его описала. Так, давайте колечко сюда, а персив сюда. Хотела я себе заказать еще BB-крем от Inyou, но побоялась. И мне девочка с таким ником, как Белочка Любопытная, спасибо тебе, Белочка, огромная, дала код пробника BB. Она говорит, а ты возьми вот такой вот BB-пробник и узнай, пойдет или нет. Поэтому, если мне он подойдет, то я, наверное, закажу себе полную версию, 2 мл в пробнике. Открывать не стала, чтобы показать вам цвет. Просто он будет уже открытый. Ну, хотя, давайте посмотрим. Я уже потом попробую. Как он? Опа. В общем, вот такой цвет. Давайте вместе посмотрим. Ну, мне кажется, он хорошо будет подстраиваться. Но вот даже на руке уже видно, что хорошо подстраивается. Небольшое свечение вижу. Нет, впитывается. Нежно под рукой. Ну, в общем, вот так. Нет, сияния особого я не вижу. А вот руки очень приятно трогать. Так, давайте поближе прочитаем, что тут написано. Вот. Тонирующий крем для лица. Да. SPF 20. Вот. Ради SPF я на него внимание обратила. Видно, да, тонируется. Нету никакого сияния, свечения. Ну, завтра я попробую еще, на лице его поношу. Посмотрим, как он будет. Ну, понравился. Аромата никакого я не чувствую от него. Вот. Дальше. Уже по фокусу. Так, где у меня фокус? Куда я его дела? По фокусу я заказала себе одну новинку. Вот из этой вот серии. Охлаждающая маска для лица с экстрактом семян гималайской моринги. Тонизирующая гармония называется. Вот он шел по 85 рублей. Вот такая маска. Она пришла не на русском языке. Давайте посмотрим, как она выглядит. Прозрачная, гелевая. Ну, приятный такой зеленый аромат. Наверное, огуречный. Не знаю, будет ли она... А, кстати, холодит. Да. Есть небольшой охлаждающий эффект. Не сильно, конечно, но приятный, есть холодок. Вот такая маска. И также еще одну маску взяла. Сияние, лепестки розы. Раньше была, я так думаю, эта же маска в круглых банках. По-моему, 100 мл было. И там даже кусочки лепесточков, лепесточки розы, в общем, попадались. Цвет такой варенье. Да, вот тоже похоже. Сейчас мы посмотрим. Да, кстати, ой, я как всегда со спецэффектами. Ладно, потом вытру. Вот так она выглядит, эта масочка. Аромат все тот же. Вот как она была раньше, точно такой же аромат. Буду пользоваться. Я бы не сказала, что эта маска была сильно вот вау. Мне она очень нравилась с утра. Она освежала лицо и давала вот какую-то вот свежесть лицу. Вечером я ее не чувствовала, а утром какой-то отдохнувший вид она делала. И приятный очень аромат розы. Ну, для тех, кто любит аромат розы, потому что я вся тут вымазалась. Вот. Приятная масочка. Я ее взяла только вот благодаря тому, что в памяти у меня она осталась.
с приятными такими впечатлениями. Так, чем бы мне тут вытереться? Я вся в маске. Дальше был в заказе у меня уже нужный продукт. Это пакетики. Пакетиков я взяла двух видов. Средние и маленькие. Средних по 5 штук присылают. Маленьких по 10. А цена, по-моему, по 25 или по 30 рублей они сейчас. Ну и также, конечно же, были новые каталоги. Это фокус. Стиль жизни к 11-му каталогу. 11-я распродажа товаров. И сам каталог. Ну, правда, Эйвен тут со мной поюморил немножко. Мне прислали, если честно, две коробки. Вторую коробку мы когда взяли, не поняли. Вроде чего-то там болтается. Первая вообще невыносимо тяжелая. То есть вот это вот абсолютно все было в первой коробке. Вместе с каталогами, там, с прайс-листом. Когда мы открыли вторую коробочку, вот. То есть это все, что было во второй коробочке. Я не знаю, что это за шутка была от Эйвен. В первую коробочку это точно бы уместилось. Нет бы во второй коробке, но хотя бы парфюмы, чтобы не мялись, лежали. То есть огромная коробка пришла, и в ней лежало вот это вот счастье. Вот. Ну, Эйвен, наверное, тоже люди там находятся с юмором. Решили пошутить. Наверное, это было очень смешно. Принесли мы домой две коробки. Коробки мне нужны, я часто посылаю посылки. Поэтому коробки у меня долго не залеживаются, я их не выкидываю, я их все использую. Вот такой был у меня заказ. Ну, интересно, правда, у меня ощущение, что я показала свои запасы, а не заказы. Понравились мне водички, понравилось украшение, румяна интересные, шарики. Ну, каталог полистаю чуть попозже, сейчас сама с ним познакомлюсь и уже ближе к вечеру полистаю и покажу, а то... Когда сама не понимаешь, о чем будет речь в каталоге, листаешь, очень это много пропускаю. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной, и всем пока!